Tus. Он обслуживает. И здесь они делились на тройки, и только победили и Польша. И первый же матч принес на победу. Сейчас повторю результаты 0-0. В белый флор убивают первый штраф. Матч отвечает Мишель Вотров. В 70-м году, а ведь они играли в 30-м. И потом еще 13 лет ожидания, и вот, наконец, вступление. После этого в одну группу как раз советской команды чемпионата мира научились противодействовать близко. Вот смотри, сам пошел вперед, пробросил мяч себе на ход, убежать от него. Но был остановлен этот чемпионат мира 86-го года. Ясно, что здесь прямого удара по воротам не было. Конечно, просто неудобно в такой позиции. Блохин с Шенгелия вообще взаимодействовали не успевают. Пытался. СССР заслуживал для себя турнирную ситуацию. Не понимал, что к чему. При решении, конечно, ни один арбитр не будет прощать ни Адманти, но уже давно к этому тоже все. Бельгийцы в том числе. И номером играет Рене Верхейм. Штрафную снова Блохин слева. Бенберг был, причем не один сезон в списке европейских снайперов, выступая. Смотришь и жалеешь, что не работала. По-моему, не совсем так читается эта фамилия. Не было в Испании. Потом выяснил, что из-за травмы сам он не может. Организованного выхода вперед. Это еще раз. Считаю, что нельзя в таком вопросе полагаться на Владимира Дима. Не даст отмашку, не даст свисток. Ну а за сборную он успел сыграть еще над умеренностью. Жарко. Жаркое лето было в Испании, особенно играть в Малаге, в Севилье. Вот опасная атака, но и посмотрим, чем ответить. В общем-то, неплохо было задумано. Еще, ведь он полагает, что партнер будет завершать атаку, а сделаю он ускорение своевременно. Иван Дермис убежал почему-то. Сейчас сместился в центр, и решили, и у него оказался. Не сказать по этим минутам. Ну вот опять Шенгелия. Предпочтение той или другой сборной. Ну, в самом деле, почти. Страшным ударом бразильки, там, правда, не обошлось без ошибки бразильки. Сейчас неплохо ушел от Мелса. Шенгелия верхом, тот до мяча как следует не дотягивается, в результате их матча решающий должен состояться уже. Здесь ситуации плохим решил взять его. Разыграли штрафной без свиста. Применил. Бельгия быстро старается переходить от обороны к атаке. И вот передача в штрафную. И Бенберг, это трудно понять.
Это сейчас мы просто в другую сторону. Мяч еще дальше, не нарушив правила, Ванденбергу. На третьей минуте второго тайма сборная СССР открывает счет. Харен Оганесян забил. Это торопливая комбинация. Ну, Гаврилов здесь много что сделал. И именно его передача нашла Оганесяна. Удар у Оганесяна на самом деле не оказался плохой заменой. Фаф потому еще до удара сел, что называется, на пятую точку. Поэтому шансов отразить этот мяч у него, конечно же, нет. Хотя удар-то по-хорошему. Траты. Дошел до штрафной, в центр сместился и мощно выстрелил, правда, в ворота не попал. Де Шрейвер по своему Эквадора. Алекс Чернетинский в игре с венграми, ну вот 0-2 и 0-1. А перед чемпионатом мира 82 года бельгийцы как раз голландцев. Бельгия, Франция, Ирландия, Голландия, еще и Кипр тоже, ну, который турнир, тогда по две команды из группы выходили и очень... СССР выигрывает. Рывок делает Сергей Болтача. И очень хорошая передача на Роман. К вопросу о группировках. Андрей Баль. Шенгелия теперь уже просто по мячу не попадает. Пятерых на этот матч запасных, стало быть, лучше других все-таки было готово, наверное. Это Марк Эликант был выпустил мяч. Положения вне игры не было, плохим пытался. И, конечно, это не выход один на один, но атака. Плохим с самого начала уже нас бежать от Нелса, или, по крайней мере, запутать его. Гаврилов на себя. Ну и тут же получает желтую карточку Владимир Бессонов. Ну и вот удар наконец состоялся, стенка здесь не понадобилась. Там трудно понять, конечно, второго тайма. Рене Верхейн наносил этот удар, а повтор. Здесь, наверное, все правильно, передачу сложно. Счет сравнять, давайте смотреть, как называлась эта атака, ничего особенного. Заброс. И опять Веркотерен. Была у бельгийцы сейчас, но здесь Миликан Марк. Линии штрафной удар.